Всем привет! Вы на канале VNG Build House. У нас светит солнышко, и нам срочно пора накрывать теплицу. Спустя 4 года вот так она уже страшненько выглядела, хотя мы старались за ней очень ухаживать, но материал недолговечный. И вам покажу еще с другой стороны, уже несколько раз за 2 сезона мы ее перекрывали, чем только можно. Мы купили ленту для крепления пленки к теплице. Сейчас взяли пленку, вот нашу, и разложили ее специально на столе, чтобы она немножечко смогла растягиваться лучше, прогрелась солнышком. Здесь на пленке есть наружная сторона и внутренняя сторона, для того, чтобы мы, наверное, не ошиблись. Теплица у нас размеров 6х4, 8х12 метров мы заказывали. Дай бог, чтобы прослужила.